обзор на квадроцикл, как вы просили. Смотрите, вот такое вот состояние. Никто ему губы никакие не красил, то есть можно диски покрасить. По корпусу все целенькое, но вот эта краска облупливается у них, это отмоек. Это у них такое заводское, можно его перекрасить. Заводится он, смотрите, в принципе, с полпиночка. Его нужно прогреть, потому что он двухтактный. Так, в целом, покажи здесь рубеж. Это тут поржавели за зиму эти колеса. Ну их покрасить это вообще вам не проблема. А так все, масло, бачок, масло, бензин залил, масло залил и пошел. Детям самое то. Никаких заморочек вообще абсолютно. Даже, наверное, рукой можно завести.